Приветище! Это время на Жабьем острове, и сегодня мы поиграем в полноценную игру. В прошлый раз мы играли в пролог, и я говорил, если наберется прилично лайков, то я эту игру куплю, и мы посмотрим на нее. Что ж, это время настало, погнали! Кстати, в прошлой серии верно подметили, что там была не жаба на острове в прологе, а аксолотль. А вот и я, капитан своего корабля, плыву вместе с кустом. Что-то как-то я не уверен в себе. Трубка торчит далеко от моих губ. Она словно парит. Ну и гроза, конечно, топит мою лодку. Пойло, пойло лежит. И я рядом с пойлом лежу. И лодка рядом со мной лежит. Что ж приключилось-то? Я опять потерпел какую-то катастрофу. Ну икарный. Тамбо пропал. Да что ж такое-то? Что не крушение, так сразу тамбо в потерях. Тамбо. Эй, чайка, не клюй его. А то я тебя склюю потом. Не понял. Эта жаба рисует натюрморт с моего тамбо. Пойдем-ка разберемся. Вискарик только надо забрать. Точнее, пойло. Я не знаю, что именно там. Нарисованы усы почему-то на бутылке. Возможно, это лимонад даже какой-то. Короче, ладно. Пускай оно лежит здесь. Пойло это, черт. Главное не разбить. Пойду с жабой поболтаю. Все, чекаво. Чекиряу. Йоу. Хотя, может, не болтать сразу, просто взять тамбо и свалить нафиг. Он даже еще ничего не нарисовал. Он просто кистью водит. Засранец. Видимо, пока я был в отключке, он его свистнул. Негодяй. Тамбо, иди. Он матерится на меня. Говорит, ты чё, это мой куст. А я говорю, нет, это мой куст. Я его привез сюда на своем корабле. Хочешь забрать куст, тащи мне пойло. Понял? Пойло тащи, мне нужно что-то рисовать. Твою налево. Можете краба дать? Краб, иди сюда. Иди сюда. Мы просто сейчас дерзко на него накинем вот так вот краба. Лови. Цепляйся краб ему прям в глазницы. Походу, это не очень крутая идея. Вообще ему по барабану, прикинь. Краб больше офигевает от всей этой истории, что его кидает в жабу. Блин, ну давай. Он, смотри, жаба смотрит на меня. На тебе. Короче, понятно. Это долгая история. Пойду возьму пойло. Пойло, прости меня, но мне нужно забрать тамбо. Ты же знаешь, что тамбо я люблю больше, чем пить тебя. Вот, я притащил пойло. Мне кому его отдать? Так, подожди. Взял, бросил пойло. Хорошо, что оно не разбилось. Вот, смотри. Так, он взял у меня пойло. Нет, я тебя не пущу, куда ты пошел? Тамбо мне верни. Эй, тамбо. Эй, тамбо, 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 тамбо. Наконец-то ты у меня. Обнимашечки. Пойдем на корабль, а? По-братски тебя прошу. Я, короче, теперь с ним могу обниматься. У нас любовь, все дела, просто там... Космос какой-то происходит у нас вместе с этим растением. Значит, все, я его кладу сюда. Тамбо, тамбо, тамбо. Давай, кладись. Ух ты, весь корабль расшатался. Я даже не обратил на это внимания. Паруса дырявые, веревок нету, управления парусами. Нету штурвала, нету части бочины корабля, словно как акула растерзала ее. Че за дела? Подушку надо с воды поднять какую-то. Это как? Как так вышло, что все нафиг? Ладно, подожди, тут деревяшки вон какие-то валяются. Может быть, они мне помогут заделать боковую часть корабля. Да, вроде получается. На свои сопли, которые я тут растянул до пола, до коленок. Приклеиваю. Еее, четко. Вроде четко. Осталось найти штурвал, веревку и как-то починить парус. Потому что без этого дела я никуда не уплыву. Звезда, выручай. Иди ищи мне парус. Может, он где-то в воде, а? Пойду-ка. А, кстати, смотри, тут пристань даже есть такая. Типа подняться с воды можно. Жаба, ё-моё. Погоди. Погоди. А на картины натянуты разве не... Не мой парус? По цвету очень похоже. Погоди, я свистнул картину. Можно ее как-то... Картина, вставай. Нет, картину, по всей видимости, никак. Надо снять с нее, видимо,
Ну ты нифига себе наглая жаба, ты просто взял на свои картины, натянул мой парус? Ты офигел, пойдем с ним поболтаем. Слышь? Эй, че такой веселый? Понятно, ладно. Может я у него что-нибудь могу свистнуть? О, смотри, могу свистнуть скляночку. Ее можно разбить? Вот так вот тебя понял за мой парус. Но мне кажется, что это не бумага, это именно парус натянут на холст. Ладно, пойдем посмотрим, что тут за город такой. А город, я тебе хочу сказать, довольно-таки большой, раз тут знаки есть. Вот смотри, туда пойдешь, в горам придешь, туда пойдешь, это... К кемпингу придешь, да? Вот кемпинг, пожалуйста. Огонь здесь могу разводить, окей. А это что? Пчелы? Зачем я это взял? Выкинем сейчас жабе, давай жабе под жопу закинем. На! Ой, а что это получилось? Он так на меня посмотрел, но вроде не матернулся. Я достал мед. Сломал пчелиный улей и получил мед. Ладно, пускай оно здесь лежит. Пойдем, короче, сходим, посмотрим, что дальше есть. По всей видимости, я так просто отсюда не уплыву. Вот это что такое? Это что такое? Ферма? Ферма? Две жабы. Здравствуйте. Что расскажете? Жаба. Нифига себе жаба, смотри, какая мажористая. У нее на плечах висит лиса. Это шкура лисы или это живая лиса? Как думаешь? Непонятно. А это физалис, кстати. Прикольно, физалис. Я стрелял физалис. А тут голубика. Ничего себе голубика. Здорово, песель. Привет. Хочешь, я с тобой голубикой поиграю? Лови. Кстати, песель с очками. У него, видимо, со зрением какие-то сложности. Я его поймал. Я поймал песеля. Ладно, беги. Че, я спать захотел? Бардалю! Надо к лодке идти. И разжечь костер. Месье, здравствуйте. Понятно, он офигел, что я тут такой крутой хожу. Мадам, здравствуйте. У нее любовь к чему-то. Она смотрит на что-то и... Тебе нравится башка чучела? Ну ты странная, мадам. У нее вообще какие-то странные... любовные истории. То она лису себе... прикрепит на плечи, то чучелу, голова чучела ей понравилась. Ладно, пока тут ночь на дворе, можно спокойненько походить, посмотреть, что тут вообще. Это какой-то жабий город, прям вот реально. Или остров жаб. Не знаю, как правильно назвать. Но здесь конкретно жаб. А здесь аскалотов этих нету. Аксколетов, или как там правильно сказать. Ух ты. Заборы какие-то. Рыцарь, который запрещает мне пройти к аксколетелю. Да? Ты мне запрещаешь? Я туда не пройду? Не, он охраняет экскалет. Значит, жабы подчиняются экскалетлям. А вот эти шабачки, это получается маленькие лягушки же, правильно? Лягушки же, они тоже с таких вот мальков вырастают потом в больших. Или это экскалетль? Нет. У лягушек маленьких, которые такие как мальки, у них тоже есть хвостики. Так, что у нас здесь? Пристань. Угу. Пойдем дальше. Эти песели такие милые, они со мной бегают. Мои друганы. А здесь нет моста, но на ту сторону можно как-то пробраться. Видимо, мост нужно построить. Где мы еще не были? Нет. Можно по лесу бродить, да? Вот я в лес куда-то убежал. Странный какой-то пенек просто тут. Видимо, тут вырубка леса идет, чтобы починить мост. Я так полагаю. Здесь у нас что? Прудик небольшой. Ага. О, камень какой интересный. Ой, если что, это не я. Тут много таких камней, смотри. И рыба дохла. И можно как-то взять? Нет. Взять нельзя. Можно стырить столик. Вот так вот сделать. Но нет, рыбку все равно не получится взять. Это тоже пристань небольшая. Что тут лежит? О, это тоже могло бы мне помочь починить мой корабль. Погоди, а внизу что? Это инструмент или что? Это какие-то клетки? Словно в них нужно, знаешь, собачек вот этих поймать, которые тут по острову бегают. Ну, разберемся чуть позже с этим. Пойдем еще посмотрим. Блин, остров очень большой. Тут бегай-перебегай. Не оббегай. Так, это я куда пришел? О, здорово. И никакой морской болезни. У него есть бинокль? Привет, друган. Что с тобой случилось? Ты хочешь попасть в пещеру? А я хочу спать. Он говорит, дай бинокль. Подожди, он меня пропускает сюда? И что? Подожди. Возьми. Так,
Ты хотел бинокль? Кинул мужбан. Вот тебе бинокль. На. Да, я помог первому лягушонку здесь. И чё, ты будешь куда смотреть? Куда ты пошел? Я хочу с тобой. А, ты хочешь вон туда залезть? А можно мне с тобой посмотреть? Он следит вон там за той жабой, смотри. И чё? Дружок, а чё ты следишь-то, расскажи. Непонятно, короче. Пойдем к той жабе сходим. Скажем, тут за тобой извращенец один в бинокль подсматривает. Эй, жаба, стой, не заходи в дом, не заходи в дом. Не успел. Ну и ладно. Ну и пофиг. Что я тебе хочу сказать? Походу, нам уже пора баньки. Я очень хочу спать. Сейчас мы еще в другую сторону острова сбегаем. Быстренько. Вот от этой вот ферме. Эта женщина до сих пор здесь... Ты маничела. Ты реально маничела. Ты хочешь свистнуть бошку, что ли, его, или что? Ужас. Что тут происходит? А это, кстати, клубника тут растет большущая, здоровущая. На этой же ферме. Так. Что у нас здесь? О, пруд с кувшинками. Можно попрыгать. Бум. Мелодию собрать какую-то. А здесь что? О, яблоки растут. Прикольно. Яблоки. А это что такое? Эй, вы кто такие? О, это червяки, прикинь. Это червяки маленькие, жирненькие, толстенькие. Поймать я их не могу. Они прям под землю прячутся. Словно земляные червяки. Так, тут понятно в этой части острова, что происходит. Черви наслаждаются яблоками. Колокол. Вон туда побежишь, к колокольне прибежишь. Ок, пойдем сходим. Что тут у нас? Это что такое? Что это такое? Домик какой-то. О, какой жирный! Че материшься-то? Не ругай меня. Говорит, кружка где? Какая кружка? У меня нет кружек. Хотя, вот у тебя есть кружка, я могу ее взять. Смотри, кружка. Ты про эту кружку имел в виду? Где кружку-то взять? Опять матернулся. Говорит, кружка нужна, ледяная. Для этого нужен тебе какой-то ледяной росток. А где ледяной росток-то взять? Думает. И языком показывает, что нужно на гору подняться. Высоко в горах, где есть снег, там есть вот это ледяное растение. Все понятно, я понял, окей. Короче, это таверна. Если мы принесем ледяной росток, то получим какое-то пойло ледяное. Ну, прикольно, что. Ну что, пойдем-ка мы, наверное, дрыхнуть. Уже пора. Мы тут половинку всего оббежали. Это, конечно, нужно было днем делать, но что-то как-то быстро потемнело. Видимо, на берег меня выкинуло не так уж и рано утром. Блин, я потерялся, кажется. Черт подери! Где тут? А, все, я понял, где я. Тут где-то чувак с биноклем ходит. Вон там левее. А мне, значит, надо направо. О, вот эту штуку возьмем. Давай. Полетели. Юху! Прикольно. Вот это мне нравится. Все, да, мы вот... Где лягуха рисует картины. Окей. А мне вон туда надо. И как я обожаю летать на этом всем деле. Значит, все, мы дрыхнуть хотим. Что мне нужно? Мне нужно развести костер. Тут как раз дровяшечки, деревяшечки лежат. Вот так вот, костер есть. Нужно принести, значит, спальный мешок. Положим его сюда. Вот так вот. И нужно еще тамбу. Конечно же, как же я без тамбу? Тамбу-ямбу. Кладем тебя сюда. Все, можно дрыхнуть. Отправляемся спать. О, нифига себе, у меня, кажется, подружка есть какая-то. Подруженцы? Прикольно. Мы с ней игрались. Кстати, у него на шапке такой же росток, как тамбо. О. У меня есть одна мысль, конечно, но я тебе про нее чуть позже скажу. Короче, когда мы спим, мы видим какие-то сны. Либо воспоминания, я не знаю, как это грамотно сказать. Короче, тамбо, я не знаю, тебя здесь оставить, тамбо? Тамбо, надо правильно произносить его имя. Тамбо. Либо сюда убрать. О, задание, смотри, есть. Короче, глазастик, таверна. Финишировать первым, видимо. И уплыть с этого острова. Вот мои задания.
Ясно. Так, лучше я тебя, короче, здесь не буду оставлять, а то придет какая-нибудь жаба и свистнет. Да-да-да, Тамбов всегда со мной. Можем пообниматься. Есть такая возможность, вон сердечки, вон прям летят. Все, любовь прям, вообще кому конкретно. Значит, ты будешь стоять здесь на корабле и охранять корабль, чтобы его не разобрали, окей? А я пошел прошвырнуть еще по острову, попытаюсь найти все запчасти от корабля. Эу! Ты нарисовал крутую картину? А че она такая большая? Слушай. Эй, это же мой парус! Вот это вот реально мой парус. Ты офигел? Это же парус мой. Отдай мне его для корабля. А то я не уплыву. Ему нужен... Это червяк был? Он хочет какого-то синего червяка? Давай-ка еще раз с ним поболтаем. Принеси мне червяка. Ну ладно, сейчас, подожди, без проблем. Чтобы парус, короче, забрать у него, нужно принести червяка. И все. О! Эта барышня с лисами все-таки сперла бошку чучела. Вот смотри, нет его. И теперь тут ничего не растет. Тут же был физалис, но видишь, поскольку у чучела нет башки, налетают сюда вороны и все склевывают. О, дружище, тебе не повезло. Бедный фермер. Он в панике. Я могу тебе чем-то помочь? Он матерится? Говорит, добные вороны. Они сожрали все из-за того, что у чучела нет башки. Понятно. Это прискоро. Хотя смотри, голубику, которую я сорвал в прошлый раз и кинул сюда, она здесь стоит. Ее не сорвали. Я молодец. Урожай спас. Понятно, короче. Нужно бошку найти. Помочь надо этой жабе. Как же так без урожая оставить всех жаб этого острова? Они же тут помрут. Не, так не пойдет. Надо помочь. Пойдем, короче, к червякам, где мы их видели. Я, конечно, не знаю, где искать бошку чучел, но я думаю, что найдем. Так. Так, подожди. Надо попрыгать, музыкальную композицию здесь играть. Что-то не получается. У меня же тут это... Достижения же есть. Сейчас тебе покажу. Вот. Если их все сделать, мне что-нибудь дадут за это или нет? Лягушачьи лапки. Что-то нужно сделать. Поднять паруса. Штурман со штурвалом. Путешествие продолжается. Аврал. Работа над рулем. Мне еще над рулем поработать надо будет, видимо. Так, попрыгайки. Оп. 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 А дальше я не смог. Подожди, если сюда... Там лягушонок за мной плавает. Кажется, я сыграл мелодию, но мне ничего не дали. Эти червяки, короче, тут хавают уже яблоки. Вы чё? Смотри, он съел зеленое яблоко и превратился в зеленого огромного червяка. Ха-ха-ха, жирный. И я его смог поймать. Так, а ну пошли вон. Нельзя есть. Так, минуточку. Я чё, его убил, что ли? Он выплюнул яблоко, но вроде живой. Ты же живой? Эй! Ты живой? Да ладно, я тебя что, убил, что ли? Нет, он живой, смотри, спрятался, негодяй. Понятно. Так, а что, если мы сейчас попробуем его откормить, допустим, другим яблоком, вот красным? На, красное яблоко схавай. Будешь яблоко красное схавать? А, сработало. Так, единственное, я не знаю, кого он хотел. Он хотел сильного червяка, да? Синий червяк. А где мне синего червяка достать? А что, если я попробую его голубикой накормить? Если он съел зеленое яблоко, он стал зеленым. Если он съел красное яблоко, он стал красным. А если я возьму голубику, которую я там кидал, и покормлю голубикой, он же будет голубой? Правильно? Может, прокатит? Кстати, а что, если грибом еще накормить? Блин, давай вначале грибом попробуем. А я же тут еще физалис где-то кидал. Я же его кидал. Куда-то он пропал. Так, вначале гриб, значит. Пойдем, пойдем. Накормим грибом мы червей. Юху. Червячки. Пёсель, привет. Вот сюда запрыгиваем. Будете есть грибы? Как вам грибочечки? Ну, съешь грибочек. Нет, они, по всей видимости, едят только... Только ягоды. Ну и фрукты. Окей. Надеюсь, что голубику они будут есть. Голубика это как бы не яблоко, но... Да, точно, голубика это же не яблоко. Они, видимо, едят только яблоки. Может, как-то яблоко синее какое-то раздобыть? Мне сейчас тоже голубику попробуем дать.
Может, прокатит? А можно голубику вместо головы? Можно. Но, к сожалению, она там не крепится. А слетает. Слетает, слетает голубика. Бегать, конечно, запаришься. Тут по этой площадке все огромные. Уже, кстати, вечереет, смотри-ка. Что так быстро вечереет-то? Эй! Смотрите, червяки, что я принес. На! О, кажется, получилось. Смотри, 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 смотри. Получилось реально. Прокатило. А я-то думал, только яблоки могут хавать. Ну и здорово. Так, вроде бы это то, что нужно было для нашего этого... писателя картин. Сейчас проверим. Какая противная червячина, а? Голубенькая. А тут что, кто-то есть, что ли? Что тут происходит? А нет, мне показалось, что тут что-то кто-то то ли рубил, то ли копал. Фиг поймешь. Эй, друган! А что ты картину такую злостную нарисовал? Корабль такой разбитый с дырявым парусом. Прям страшно. На! Прокатило. Прикинь. А, она ему нужна была, чтобы выдавить краску, видимо. Ну точно. Спасибо за парус. Теперь у меня крутой парус есть. Ну-ка. Давай, цепляй. Он будет интересно так же разрисован. Ох ты, нифига себе, красота какая. Поднять паруса. Зашибись. Все, понятно. Удачно я тогда голубику, слушай, с физалисом сорвал. Хорошо, что я это сделал, а то ворон-то все склевали, и нет же растений, ничего не растет. Ну, в смысле, фрукты и ягоды. Так, ладно. Мне бы тогда пришлось вначале голову чучел найти, чтобы вороны улетели и выросли эти ягоды. Потом их сорвать. Но я, короче, немножечко опередил события. Ладно. Так, пойду тогда прошвырнусь по городу еще. О, вот эти штучки прикольные. Запускай пропеллер, полетели. Вау! А ты кто такой? Привет. Че бежишь? Че случилось? Че ты ноешь? Пёсель пропал, что ли? Я же его видел, кстати. Мы вчера с ним играли, буквально. Так, ясно. А ты кто такой? Здорово. О. Тебе нужен стакан? И не простой, а ледяной. Он говорит, иди в таверну, принеси мне... Женщина, ты сорвала... Посмотри. Она реально с башкой теперь ходит. Это клептоманка какая-то. Она собирает всякую барахолку. Чего? Реально. Реально, смотри. Я такой говорю, опа, это же мой штурвал. Я вот смотрю на колесо, похоже на мой штурвал, но нет этих рулевых лепестков таких. Просто колесо. Подожди, может с тобой поговорить? Здорово. У тебя что, стряслось? А, вы вдвоем пёселя потеряли. Ну, понятно. Женщина, отдай голову. Голову верни на грядку. Нет, это моя любовь. Принеси мне мед, и тогда я тебе дам бошку. Ладно, у меня там был где-то кусочек. Как раз таки где-то был кусочек. Может быть, я и раньше найду сейчас этот... улей. Улей. Барон, пошли вон. Достали. Кусочек. А, вот он, физалис-то где лежит. Нифига себе. Как он укатился. Пускай тут будет. Улей вижу. Ну ладно, мы этот улей трогать не будем, слушай. Мы возьмем... Блин, этот червяк теперь ползает здесь. Он может до физалиса дойти и сожрать его. Это будет очень некруто. Очень некруто. Так. Вот у нас мед. Пойдем. Куда этот червячина пополз? Черт, нет, 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 только нет. Капец. Что теперь делать? А вдруг мне физалис нужен был, чтобы с этим рисовальщиком картин еще раз договориться? Блин. Ладно, ну, что теперь поделать? Ну, сожрал. Он прям намеренно туда побежал. Он как будто знал, что там физалис лежит. Надо было его в воде оставить. В воде-то они не ползут, вроде, червяки. Ну, что, ладно, чушь. Я надеюсь, что эту мадам... Вон она, мадам, ходит. Я думал, она уже дрыхнуть ушла. Но нет, все пучком пока. Мадам, я притащил вам мед. Давайте меняться. Давай махнемся. Дай бошку мне. О, моя любимая башка. Чего? Жемчуг? Ты офигела, где я тебе жемчуг-то найду? А как же мед? Может, ты мед возьмешь? Слышишь? Ты че такая жаба-то вредная? Где она? Говорит, жемчуг принеси мне. Ты обалдела, что ли? Да. Так. Вроде бы это отличное место, где я буду
складировать... Ой, ты что натворил? Дурлей. Точно. Я буду складировать свое барахло. Вот тут вот пускай лежит. Надо было физалис тоже сюда притащить, блин. Пойду. Куда я пойду? Ну да, точно. Вот смотри, когда я мимо прохожу, я говорю про колесо. А этот... И мне нужно с ним договориться. Вот этот торгаш, это его, видимо, колесница. А он говорит, принеси мне собаку. Вот эта собака подойдет? Вот это подойдет собака? Не, он говорит, мне нужен очкарик мой. Четвероногий. Хорошо, что мы делаем? Что мы делаем? Еще походить? А, в горы мы можем подняться, точно. Чтобы найти ледяное растение. О, здесь словно дровосек поработал. Ну, пойдем в горы поднимемся. Посмотрим, что там вообще происходит. Что там такого интересного в горах-то? Горы, горы. Ах, горы, горы. Подожди. О, тут домик есть. А чей-то домик, интересно? А чей-то домик тут у нас стоит? Развалин такой. Опа. Пум-пум-пум. Что-то я куда-то прям конкретно вверх так сильно поднимаюсь. Ну да, там, где снег в горах... Туда нужно высоко подниматься. О, а здесь уже нету зелени. Как-то тут стремновато. Сейчас скелеты повылазят. А я не хочу. А это что такое? Что это такое? Какой-то камень. Давай вытащим. Какой-то древний руинный камень. Можно с ним взаимодействовать. Ну давай попробуем. Ого, нифига себе, что это такое? Собака, что произошло? Давай подъем. О-оу. И спать хочется. Так, я не понял. А где ты, я вообще чутился? И камень лежит. Ну, в смысле, тут, правда, у него... Он другого цвета немножечко. Синий какой-то. Так. А если я его юзну? Эй, шашлык, вставай давай. Хватит дрыхнуть. Странный камень. Это телепортер, что ли, или что? Ну, может быть, и телепортер. А вот и снег. Слушай, все, мы дошли до самого верха. О, может, тебя сюда воткнуть можно? Нет, он сюда не вставляется. Сюда что-то другое надо. Видишь, освещение какое-то не фиолетовое, а синее. Может быть, другой руинный вот такой вот телепортер? Там же синий тоже был камень вставлен в него. Может, его сюда притащить? Так, ладно. Не буду пока отвлекаться. Что мы тут имеем? Можно также попрыгать. Забраться сюда. Сюда не допрыгнуть. Понятно. А там наверху что-нибудь есть интересное? Давай запрыгнуть попробуем. Ну ладно, вниз-то я спрыгну в любом случае. Сюда можно что-то посадить. Там вон камень есть. Ну такие камни мы уже видели, мы их ломали. Как бы. Весь прикол в том, что я эти камушки подобрать не могу. Они просто рассыпаются и по полу катаются, и все. А подобрать их не могу. Так, ну допустим. А можно как-то... Короче, сюда нужно что-то вставить, и вот эти двери, видимо, откроются и дадут мне доступ в другое место. Я понял. Мне уже пора подрыхнуть. Телепорт оставлю здесь. И мы сейчас грамотно спустимся вниз. При помощи наших вот этих вот листков парапланов. Ю-ху! Блин, прикольно. Вот бы мне так полетать. Все, я тут. Пойдем скорее к нашему кораблику. Мы сейчас поспим и, возможно, увидим еще какую-то историю. Возьму вот эту штуку. Полетели. Вот, смотри, тут тоже такой же камушек, как и там наверху был. Вот я подхожу, он как бы ломается. А где камушек? Вот он, этот камушек лежит. Вон он лежит, но подобрать я его никак не могу, к сожалению. Ну и ладно, видимо, не так уж он и важен для нас. Ворон, пошли туда. Пошли, говорю. Эх, сожранный физаль. А, кстати, а где этот червячок? Упал уже? Посмотри, какой гриб, я, кстати, не замечал. О, на нем прыгать можно, здорово. Вот это круто. Так, значит, у меня тут дров-то уже больше нет, надо заново набрать. Ага. Тут вот парочка лежит, но этого маловато. Нужно еще одну деревяшечку где-то найти.
А что, если тут хворост где-то валялся? Если мы хворост вместо древесины возьмем? Вот такую вот кочергу. Пойдет? Да, пошло. Подошло. Пошло, подошло. Значит, берем веревку. Я знаю, что веревку нужно. И сломан штурвал, да? Вот нам это все нужно починить и поставить обратно. Все, можно дрыхнуть. Я все принес. Все у нас пучком. О, мы с этой подружайкой делали вместе лодку. Короче, какие у меня домыслы. Мне кажется, что вот эта девочка, она... Видишь, у нее на шапке такой же кустик, как я уже ранее сказал. Может, ее кто-то заколдовал в этот куст? И на самом деле этот куст — это моя подруга, ее зовут Тамбо. Ой, курица как... О, курица, петух закукарекал. И жабы заквакали. Такого раньше не было. Утром, по утрам. И погода беспонтовая, дождливая идет. Да. Ну, такое себе. Так, слушай, а жемчуг? Жемчуг, я что-то сейчас об этом подумал. Нам же жемчуг можно еще принести этой даме. О, бутылка уже пустая. Ты че? Ты че, выпил бутылку уже? Как это так? Я тебе приносил полную. Ну да, у него там болкал стоит. Видимо, он выдудал все мое пойло. Негодяй. Короче, про жемчуг. Жемчуг, он же есть у нас в ракушках. Может, ракушки подоставать? Эй, ракушки, дайте жемчуг, а? Нету, этой нету. Будем сейчас доставать все ракушки со дна морского. И выковыривать из них все. Тут уже поломанная вон ракушка. Или это целая ракушка? Нет, это поломанная ракушка. Вот еще есть. Вот. Ну, давай же. Что-то она не ломается. Опа. Блин, какая крепко попалась. Может, здесь вот об камень? Не, нету. Долго я так буду искать, слушай. Пусть то. Блинский. Здесь есть еще ракушки, ребят? Ракушки, ракушечки. Вот тут вот. Это, по-моему, половинка. Да, это половинка. Ох. Так, еще ракушки были возле корабля, по-моему. Помнится. Помнится, они там были. Пойдем поковыряемся. Как я умею прыгать-то, а? Мне тут больше всего нравится прыгать вообще. Безумно нравится. Ракушки, ракушки. Вон они, да, лежат. Есть такие. Вот тут их несколько штук. Значит, берем, кидаем. Не сломалась, крепкая. Какая крепкая ракушка. Ну, хотя, когда я прыгаю, там вон видно, что во рту у нее ничего нет. Ну, внутри ракушки. Нет жемчуга. Не-а. Значит, их можно не разбивать, а просто попрыгать. Хотя, может, так и не проканает. Блин, да это сколько ракушек надо разбить, чтобы жемчуг найти? Как я свистнул. Слышал, как я свистнул? Это случайно, я не специально. О, нифига себе, жемчуг нашел. Нашел. Прикол. Пойдем барышню эту обрадуем. Ну, если она, короче, сейчас забракует еще и жемчуг, скажет, не, типа, мне жемчуг не нужен, мне нужно кое-что другое. Я скажу, да пошла ты. Я просто выкраду у нее башку чучело и поставлю и фермеру, и фермер скажет мне спасибо. Главное тут не запутаться. Тут капец какие улицы мудреные. Только по этим ходить. По знакам. Нате жемчуг, дай мне бошку, чучело. Говорит, я сильно люблю бошку чучело, что мне нужно кольцо. Прикинь, ей кольцо нужно. И не простое, а с каким-то зеленым рубином. Вот она жмотина, а. Это же капец. Так, понятно. Значит, жемчуг мы кладем сюда. Ну, я так и думал, что с этой барышней так просто не будет. Ой, я сейчас его кину. Нет, кидать не надо. Вот так вот. А как мне кольцо-то сделать? Для того, чтобы сделать кольцо, мне нужен сам рубин и железо. Логично? Логично. Рубин и железо. Или где-то кольцо купить. Вот, без понятия даже. Так. Ладно. Пойдем тут еще пошаримся в этой стороне. Я здесь еще плохо бегал. Уверен, что тут... О, привет. Ты кто такой? Это дровосек-лесоруб. Он потерял пилу свою. Надо ему помочь найти. Ну ок, если я найду пилу твою, то я это... Я ее принесу. И так уж и быть. Мне бы какого-нибудь, я не знаю, мастера ювелирного тут найти. Который бы мне помог. С кольцом.
Потому что я вообще не понимаю, где мне это кольцо достать. Может быть, ювелирный магазин тут есть. И я смог бы обменяться на что-нибудь. Ха. Очень все интересно. Это я поднимаюсь опять в горы. Куда-то наверх. Так. Ну в горы-то мне сейчас особо-то и не нужно. Давай спустимся здесь. Тут, кстати, тоже можно костер развести, смотри-ка. Типа переночевать здесь, возле домика. О! Нифига себе. Это же церковь. Жабья церковь. Прикольно. Прикольно, прикольно. Только зачем я здесь? Для чего? Не ясно. О, это же кузнец. Кузня. Слиток? Так, подожди, у него есть слиток. Может быть, из этого слитка я смогу сделать кольцо? Так, ну чтобы кузнеца отвлечь... Мне нужно принести ему собаку. Он же собаку потерял. А где же этот пёсель может быть? А? Я вроде бы этот остров уже вдоль и поперёк оббегал. И... Я даже не знаю. Ну, сейчас будем по лесам бегать тогда. Это вот этот вот, наверное, кузнец. Который плачется? Да. Да-да-да. А эти собаки одинаковые или разные? Она какого-то зеленого цвета. А ты какую собаку потерял? И он тоже зеленого потерял. Это, короче, общая собака, я так понял. Ну ладно, допустим. Отошла отсюда, отошла. Нечего тут делать тебе. Смотрит на жемчуг и на мед. Блин, как-нибудь крышкой бы накрыть. А то стырит же, пока я тут убегаю от этого места. Так. Подожди. Давай мы на всякий случай, пока кузнец отошел, слиток свистнем. Только что говорил, чтоб у меня ничего не свистнули. Ого, как я фонарь долбанул. Его можно как-то снять? Ничего себе. Как-то снять фонарь бы. Это было бы классно. Так, золотой слиток мы кладем сюда, если это золото. Вот, пускай оно там будет. Фонарь, фонаридзе. Нет, снять его нельзя. Ну и ладно. Короче, мой план сейчас таков. Нужно пробежаться по лесу, поискать собачинку. Ну и заодно, может, какие-нибудь укромные места найду. Ой, это прям совсем дебри. Тут, наверное, очень опасно. Очень нет. Пила. Я пилу нашел. Так, это мы сейчас дровосеку, значит, отдадим. Дровосеку. А это что такое? Что за палатка? Подождите минутку. А что за палатка? Можно пройти туда? А кто здесь живет? Ха. Хо-хо-хо. И никого и нет тут. А, это его дом. Все, это его палатка. Все, я понял. Привет. Как твой бинокльский этот? Чего? Яйцо? Тебе нужно яйцо? Иду. Ну ладно, иду, давай покеда. Вроде бы мы ему как бинокль приносили. Пёсель, ты где? А здесь кто живет? Кстати, вот я днем прибежал. Фонарик можно взять? Нет, фонарик нельзя. А кто же здесь живет-то, а? И для чего вот эти штуки? Я так до сих пор... А, это кормушки, наверное, для ловли рыб. Да, скорее всего, точно, кормушки. Похоже на кормушки, это не это. Не... Господи, как это... Это не переноски для собак и для кошечек. Вот, да, 100% это кормушки. Так, здесь мы были тоже, вроде бы как. Ну, еще раз пробежимся, может, пёсель где сюда заныкался. Нет, тут ничего нету. Так, тут тоже ничего нету. Пойти к дровосеку, что ли, уже? Капец. Куда могли убежать пёсели? Это прям трагедия. Ну, точнее, один пёсель. Очкастый. Самый продвинутый пёсель. Он, наверное, самый ботом среди собак был. Среди мальков жабиков. Ладно, пойдем, короче, к дровосеку. А точнее... Физалисы, смотри. Физалисы. А, точно, когда идет дождь, птица же не летает, и поэтому растут растения. Ну и хорошо. То есть можно было бы и червя сделать, ну, синего червячка, и без головы чучела. Просто дождь идет, и сейчас там же растет голубика. И все пучком. То есть и таким методом, просто дождаться дождя надо было. А это я куда бегу? Там колокольня.
Вот он. Стой, я принес тебе. Ток. Ёпрасоте. Чё вы смотрите, выстроились тут в ряд. Ладно, давай я ему тут положу, может он с утра проснется, увидит ее. Хотя нет. Я ему должен принести. Я вот тут спрячу в кустах. Вдруг он мне какую-нибудь штуку крутую даст. Если я ему принесу. А так он сам возьмет, скажет, о, нифига себе, она нашлась. И ничего мне не даст. Вот в эту сторону давай сбегаем. Что у нас здесь? Ничего. Я тут, по-моему, даже бегал. Я, кстати, то место, куда меня телепортировал, так и не нашел. Вроде бы весь остров побежал и на то место так и не пришел. Пойдем-ка мы заюзаем телепорт этот. Возьмем тот телепорт с синим камнем и принесем его к тем воротам. Может, проканает. Так что мы бежим сейчас туда. Прыгаем и бежим. Сколько мы уже... Кому мы помогли? Мы достали бинокль. Мы принесли пилу, но еще и не отдали ее. Потом, что еще мы сделали? Мы помогли два раза рисовальщику картин. Мы принесли ему червяка и принесли бутылку в обмен на наши части от лодок. Так, ладно, телепортируемся. И пока вроде все, мы больше ничего не делали такого. Значит, это телепорты, ясно. Это 100% телепорты. Вот, у него синий камень. Возможно, этот камень с этим руническим мифическим существом. Ну, не существом, а камнем вставляется в ту дверь. Я что-то... Знаешь, почему я запутался в словах? Потому что я увидел, вон там сопли какие-то. Что это за сопли? Я вначале не понял, что это такое? Что это за сопли такие? Что это за... Фу, противно аж. Ладно, пускай оно там лежит. Непонятно. А подожди, а может это посадить можно сюда? Вот, смотри, какие-то лунки тут есть. Нет, сюда не посадить. Телепорт, стопы. Что это за место вообще такое? Может это какой-то другой остров? Я на другой остров телепортнулся? А? Это совершенно другое место. Я потому что ранее таких соблей не видел. На том острове. Может и вправду я телепортнул. Тут оказывается другие острова есть. Ничего себе. Опа-на. А это что такое? Какая-то машина, которая производит камни. Слушай, вот такие же знаки, по-моему, на воротах были. Разве нет? Туда наверх запрыгнуть смогу? Не смогу. Так, тихо. Не укатывайся. Ты мне нужен. Ну, допустим, я могу предположить, что... Так, будь тут. Вот этот камень для чего-то нужен вот такого, где есть вот такие символы. Возьму его пока. Наверное, на этом острове мы найдем еще что-то. Еще что-то найдем. Фиолетовый кристалл. Где бы он мог быть использован? Сейчас пробежимся по острову. Уверен, что мы что-нибудь найдем такое мистическое. Старинное. Так. Вот здесь вот куда-то можно подняться. А, нет, тут тупик. Здесь чего? Фигня какая-то. Какая-то фигня. Ого, нифига себе. Дружочек, вот ты где, оказывается, застрял. Тут еще и башка чучела. Ха-ха-ха. Ладно, я это местечко запомню. Сейчас, потому что ночью, я не смогу никому вернуть эту собаку. Поэтому... О, а это что такое? Кристаллик возьми. Что это такое? Это типа старт? А, точно, по заданию мне же нужно первое место где-то занять. И, видимо, тут нужно бежать. Ну, давай пробежим. Вся с тобой здесь. А где финиш-то? И с кем я соревнуюсь вообще? Финиш, где ты? Где финиш? Он где-то здесь же должен быть наверняка. Тут лес вообще, тут нет никакого финиша. Ха. Хо-хо-хо. Ладно, давай тут вот как-то можно вот сюда перебежать вроде. Знак лежит. Точнее, стоит. Типа показывает, что там цветочки есть. Ну, цветочки, ладно. А куда это я вообще попал? Что это за место?
Куда я прибежал? А, червяки! Все понятно, мы снова на том же острове, где и были. То есть, да, нас телепортнуло на соседний остров, но эти два острова, они рядышком друг с другом, поэтому можно перебегать по суше. Ну и здорово, ну и круто. Хорошо. Пойдем к лодке, надо подрыхнуть, по-моему. Уже же ночь на дворе. Я же забыл тамбу убрать отсюда. Эх, дрявая башка моя. Меня эта дождь уже бесит, если честно. Буду спать под открытым небом под дождем. Можно было бы хотя бы вот этот листик как-то сверху пришпандорить, чтобы он меня закрывал. Но нет же. Я же кэп. Так, все, разжег. Можно поспать? Буду гореть. Смотри, прям на костер сел. Красавчик. Жопу погреть надо было. Мне снова снится сон или воспоминание о том, что мы с моей подружкой на карте отметили какой-то остров, поставили на нем крест и хотели до него доплыть. Может, это остров сокровищ, я не знаю. И, скорее всего, поэтому мы начали строить лодку. Доброе утро. А где мой камень? Не понял. А где мой камень? Я же камень где-то здесь клал. Что за ерунда, вина? У меня кто-то спер камень. Твою налево, ну это просто абзац. Вот что-нибудь положишь без присмотра, все стащат. Это что за жабы-то такие, а? Ну ладно, допустим. Короче, пошли тогда на тот остров, возьмем собаку и притащим ее сюда. Меня должны отблагодарить, ну как минимум, я не знаю, колесо отдадут, которое заменит мне штурвал, наверное. Вроде как я в правильном направлении бегу. Вроде как отсюда мы пришли. Опа. Сейчас мы по знаку, да, там цветки знак показывают нам, значит мы правильно бежим. Йо-ху. Жалко, тут нету часов. Без часов, конечно, вообще непонятно, сколько сейчас времени и когда наступит ночь. Потому что, когда наступает ночь, нет никаких жителей в городе. Они все уходят спать. Кстати, подсолнухи появились. Подсолнухи. Все, я понял. Эти сопли были, короче, цветки сопливые, которые видел в дождь. Это были подсолнухи, просто они намокли. И головка их свисла, типа, от тяжести воды. Ну да, вот. Здесь вот я вырывал этот подсолнух. Да, точно, это подсолнух. Все понятно. Если нужны будут подсолнухи, я знаю, где их взять. Так, ребят, вы там как? Вы там еще сидите? Да, собака лает. Пёсель, пошли. Тебя уже все заискали. Там два твоих хозяина. Интересно, если я его отпущу, он побежит куда-нибудь? Нет, я его не буду отпускать. А то реально убежит куда-нибудь, и все, и хана будет мне. Я потом не смогу его найти. И не смогу его вернуть. Куда бегу я с пёселем ботаном? Пёсель ботан. Можно его вообще в воду кинуть. Но я больше чем уверен, что они умеют плавать. Это я не умею плавать, я сразу тону топориком на дно. Поэтому желательно оббегать море. Так, хозяева. Надо же еще пилу отнести, точно. Я про пилу совсем забыл. Что я в кусты спрятал. Стырил это немножко другое. Так. Эй, хозяева, я пёселя принес. Надо отдать кузнецу. А, смотрит на меня. Смотрите, что я принес. На. Дабу. Эту собаку зовут Дабу. Все, вы счастливы? Ну вот, это что, пёсель? Твой пёсель, нет? Дружок, ты же тоже за пёселя был. Так, что-то я собаку выкинул. Стой. Он в шоках, он говорит, а? Типа, что за дела? Ну, короче, вроде как я тебя вернул, и все рады. По крайней мере, торговец еще кто-то. Что? Он говорит, штурвал это мое колесо? Типа, что за дичь ты несешь? Он готов отдать мне колесо, если я ему принесу фонарь. А фонарь этот, видимо, у лешего какого-то, я не знаю, или у жабы. У жабы с бородой. Фонарь. Где фонарь-то взять? У какого-то лешего. Ты посмотри, у него борода какая-то лесничья. И он показывает пальцем, что эта жаба живет где-то наверху. Понятно. Так, где мой клад? Надо клад проверить. Вроде все тут лежит, все нормально, все пучком. Окей.
Пойду к кузнецу схожу. Спрошу, как у него дела. Привет, кузнец. Он просто счастлив, ясно. Насчет пилы. Пойдем пилу вернем, а потом будем искать жабу с лешей бородой. Ну, с кустовой. Чтобы притащить фонарь. Пардалё, колесо. Прикольно, блин, у них название предметов. Бардалё, колесо. Так, пила у меня. Эй, хозяин, есть тут кто? Лесоруб, дровосек, пильщик. Не пильщик. А куда он делся? Куда он убежал-то, блин? Ядрён батон. Где ты? Ну где ты? Он, наверное, в город ушел. Пойду по городу пробегусь. Блин, искать его теперь везде. Вот же гемор, а. Ну понятно, что с утра все где-то шарятся. Может, он уже сам пошел искать пилу? Блин, я не знаю, где он. Это какая-то катастрофа. Вечером к нему прийти домой? Он обычно вечером же там тусует. Ладно, пила, подождешь хозяина своего до вечера. Я думаю, ничего страшного не случится. Вот так вот ее снова в кустике прячем. Вот. А я пойду поищу жабу с бородой. Кстати, тут что у нас? Тут ничего интересного. Жаба с бородой где-то наверху живет. Где-то наверху, где-то вот здесь вот. Может, это я ее дом видел? Там, где можно было разжечь костер. Это не... Вот тут вот, наверное. Вот тут вот. А, вон он стоит, смотри-ка. И вон фонарь висит. Он матерится на меня. Сраный колокол. Мешает ему медитировать, по всей видимости. Привет. Короче, надо что-то сделать с колоколом. Чтобы он не шумел, не мешал медитировать этому чуваку. И тогда я смогу, наверное, фонарь свистнуть. Так просто я его не возьму. Ох, как все тяжело тут придумано-то, а. Не, на самом деле все просто. Просто. А, подожди, если я отсюда спрыгну сюда, что будет? Привет, я попал к тебе. Тебя охраняет так. Ну так тебя себе охраняет, что я к тебе попал. Это Аскалоталь, привет. Типа он мэр этого города, грубо говоря. А вот башка. Можно ее снять отсюда? Нет, отсюда ее снять не получится. Ой-ой-ой-ой, охрана идет. Охрана идет. Надо отсюда убегать. Убегаем, убегаем, убегаем. Я попал королю или мэру города. Просто так спрыгнув сверху. Ну и хорошо. Ему тут даже вон это памятник при жизни поставили. Так, что я хотел? Что я хотел сделать? А, с колоколом разобраться, точно. Колокол. Что-то вот тут вот колокол должен быть наверху. Это же церквушечка у нас. Туда не допрыгнуть. Ладно, взберемся сейчас наверх и через верх попробуем до колокола добраться. А кто вообще им стучит? Может, можно с этим чуваком договориться? Чтобы он в колокол не стучал просто. Сейчас попробуем. Уже вечереет, это говорит о том, что, возможно, лесоруб пришел к себе домой. Лесоруб. Лесоруб, твою ж Машкину. Где тебя носит, черти? Вот так вот всегда хочешь добро сделать жабам, а их и нету. Ладно. Зайду чуть позже. Поздней ночью. А нам надо разобраться с колоколом. Ну я, единственная мысль, которая у меня есть, это просто спрыгнуть на церковь и этот колокол открутить, как бы. Самое простое, самое элементарное. Главное, чтобы меня потом... Главное, чтобы меня потом не посадили, а то там не сделали. Вот так вот сюда. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. О, я стырил колокол. Прикол. Я стырил колокол. Так, мне лучше его, наверное, оставить где-то вон там вот. А, тихо, не упади, тихо, не упади. Ага, все. Потому что через город, через центр города бежать с колоколом, ну, как бы такая себе идея. Мне скажут, а, он свистнул колокол, ловите его, и все. У меня будет каранты. Бардалё.
Ну все, уже поздняя ночь, сейчас все должны возвращаться домой, вон там кто-то шел. А, это пёсель прыгает. Эй! Я его не вижу, я вообще не понимаю, где этот дворник, лесоруб, дворник. Может, он реально там где-то что-то подметает? Ладно, хорошо, что тут все по пути. И ничего страшного, что я к нему забегал пару раз. Жалко, конечно, что его все нет и нет. У меня уже нервы сдают. Хочу уже поскорее ему вернуть пилу. Там этот медитатор до сих пор сидит или нет? Я сейчас ему принесу этот колокол, скажу, вот, на. О, он взлетел теперь, нифига себе. Все, он медитирует. Смотри, я притащил колокол. Он доволен. Колокол? Ну все, он больше не будет звучать. Можно я заберу фонарь у тебя? Принеси мне кружку ледяного пойла. Тогда я тебе дам фонарь. Кружку ледяного пойла. Для того, чтобы его принести, нужно ледяной росток где-то найти, цветок. Все к одному сводится. Еще и кольцо. Это капец. Уже и ночь на дворе. Эх. С пилой-то мы разберемся или нет за сегодня? Жалко, в двери стучать нельзя. Уж бесит меня это больно. Чтобы... О, вот он, вот он, вот он. Вот он. Я пилу нашел твою. Стой, 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 стой. Капец просто. Это, ну, невозмутимо, а. Выходи. Выйди. Вот камень лежит. Давай камнем кинем ему в дверь. Может, это поможет как-то. Камень нельзя брать. Ну, как так можно было профаниться? Ладно. Пойдем поспим. С утра отдадим ему пилу. Надо прямо вот с утра сразу бежать сюда. В надежде на то, что он не успеет уйти от дома. Просто я за весь день не видел его в городе вообще. Не понимаю, где он бродит, где он ходит. Он, наверное, пилу все-таки ходит, ищет. Потому что по-другому я не знаю, где он там еще шарится. Так. Сейчас надо будет подрыхнуть. Подрыхнуть, подрыхнуть. Я бошку так и не притащил. Мы же видели там бошку, можно было бошку притащить, точно. Пока ночь, пойдем сходим. Как бы нам какая разница, когда возвращать голову, да? Пойдем. Сейчас за головой сходим. А потом все остальное. Хотя нет. Давай лучше поспим, а потом пойдем за пилой. И там заодно по пути можно и за головой сбегать. Да, все. Так будет рациональнее. Нужно использовать свое время очень рационально. К тому же не факт, что мне за голову что-то дадут. Мы просто доброе дело хотим сделать. Опаньки, опаньки, хворост. Я уже второй день не убираю цветок свой, и вроде как на него никто не покушается. И это очень хорошо. Все, спим. Смотрим еще одну сонную историю. Мы наконец поплыли на тот остров с моей подружкой. Ну, понятно, ну, прикольно. Интересно, мы доплыли с ней до этого острова? Наверное, мы доплыли до этого острова, нашли сокровища, а сокровища были заколдованы и превратили ее в куст. Могло быть такое? Могло. Потому что я не знаю, как описать любовь с кустом. Просто смотри, я беру этот куст и вот могу обниматься с ним. Долго обниматься, там сердечки, все дела. Короче, не знаю. Так, что мне нужно? Бежим, скорее, 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 за пилой. За пилой, за пилой. Скорее, бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим. Надеюсь, я успею. Надеюсь, я успею. Успею, 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 успею. Я должен успеть. Пока раннее утро, они все еще проснулись. Червяки тут уже отожрались. Вон уже сколько всего понаели. Негодяйки. Так, я правильно вообще бегу-то хоть? Карты нет, и все, запутаться можно. Вроде как. Вон, 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 вон он идет. Да, успели, 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 успели. Пила где-то здесь. Где-то здесь пила, вот. Чувак, стой, я нашел твою пилу. Наконец-то я тебе ее отдам. Он счастлив. Красава, да, красава. И гляди, он пошел обратно. А куда ты пошел? Ну да, действительно, он, видимо, раньше искал пилу, ходил. Что ты будешь делать теперь? Пилить деревья? Ага, он говорит, все, я пошел пилить деревья, чтобы сделать мост. Нифига себе, вот кто будет мост-то делать. Ну здорово. Это очень здорово. Ладно, пили деревья. Можем, кстати, посмотреть, как он будет это делать. Давай, какой будешь пилить? А, он, наверное, вот здесь вот будет пилить. Да, ты тут будешь пилить?
Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Хочу посмотреть, как он это будет делать. Он куда-то дальше пошел. Здесь будешь пилить? Ага, достал пилу. Все, пилит. Ну ладно, красавчик, молодец. Молодчик. Где там переход-то у нас на другой остров? Вот, вот здесь вот должен быть. Ага, точно здесь. Сейчас бошку принесем. И что потом? Что потом? Что потом? Телепорт надо взять с собой и принести его к тем воротам, которые находятся на снежных горах. Потому что я думаю, что этот телепорт поможет нам открыть двери. Или телепорт — это просто телепорт, и он ни для чего не нужен. А? Как думаешь? Как ты думаешь? Сейчас посмотрим, как ворона отреагирует на бошку. Так, одна башка есть. Что она тут забыла, вообще не представляю. Может, ворона какая-то ее сюда притащила. Сразилась с чучелом и вырвала голову у одного из чучел и притащила сюда. А, еще же вот что нужно. Еще же нужно понять, где финиш. О, это и догонялки. Догонялки. Что еще? Так, нужно кольцо сделать как-то мадами. Даме-мадами. И вроде бы пока все. Кольцо, ледяной цветок, мост сейчас починен, через который мы сможем перейти, там что-то будет новенькое. А, и этому лешему нужно принести тоже пойло. Вот. И пойло еще монаху нужно какому-то там принести. Короче, такие дела. Пока что. Ферма здесь у нас? Ферма здесь? Ну чё, чучело? А, ты готова вернуть свою бошку? Сейчас я возвращаю голову. Подожду, вот так вот постою. О, как вороны боятся-то его, а. Одну мы вернули голову. Еще нужно две. Одна голова у дамы, которая просит кольцо, а другая голова, я даже без понятия, где ее искать. Вообще без понятия. Так, ну что ж, у нас осталось как бы... Чё? Я перечислил, что нам осталось. Давай мы это ставим на следующую серию, потому что я не понимаю, здесь один остров или мы сможем поплыть на другой еще остров и там что-то сделать. Так что, если тебе понравилась эта игруха и ты хотел бы увидеть дальнейшее прохождение, как я буду тут помогать жабам и, собственно, собирать свой корабль и отправляться на другие острова, наверное, на другие острова мы будем отправляться, потому что мне же нужно как-то расколдовать свою подругу, если это, конечно, подруга все-таки. В общем, если понравилось, ставь лайк под видео, не забывай подписываться на YouTube, то есть сюда, прям тут подписывайся, если ты смотришь на YouTube, и на Яндекс.Дзен, куда дублируются такие ролики, собственно, которые выходят на YouTube. Ну и увидимся с тобой в следующем ролике, который выйдет уже совсем скоро. Так что до встречи!